Привет всем! Сегодня посмотрим, как работает ламповый напольный гитарный преамп Deluxe Hyper Plus MIDI от Victor Custom. Значит, в этом преампе две лампы используются, и тут три канала: Clean, Crunch, Elite канал. И в каждом канале два варианта звучания. Вот желтый цвет — это типа GSM 800, и красный — типа ректифайера. Но говорю сразу, это не точная копия этих приборов, это просто обозначает, какой характер звука. Значит, имеется скример на все три канала и буст тоже на все три канала. В чем разница? Скример, когда включен, он выключается только своей кнопкой. А буст, он включается своей кнопкой, а выключается при переходе на другой канал автоматически. Но это нужно, когда, потому что он в основном для соло нужен. Отыграл соло, вот допустим, на лид-канале, и потом переходишь на ритм. Нажал кранч, и у тебя сбросился буст. Но это интересно только когда вот именно без MIDI, а кнопками нажимаешь. Потому что на MIDI можно запрограммировать, это все равно никакой роли не играет. Что запрограммировал, то и включится, выключится. Но на MIDI есть еще одна дополнительная функция, которая разделяет буст на раздельно. Можно включить только прирост гейна, тогда зеленый цвет тут горит. Или громкость и гейн, тогда белый цвет. То есть это именно для соло. Вот громкость буста работает так, что когда она влево до конца, то при нажатии на буста громкость не прибавляется, только гейн вот этой ручкой. А если на все три канала одинаково. А если добавлять, то это будет пропорциональный прирост громкости на любом канале, на котором будет включен буст. Ну давайте смотреть теперь, как работает. Дополнительную громкость, только гейн без буста. Включим грелку к нему. Тут грелка параллельная, поэтому она не совсем для чистого звука, чтобы заменить внешнюю грелку, как бы. Она в основном для перегрузов, поэтому тут остается чистый звук тоже, просто она примешивается. Ну, теперь переходим к перегрузам. Ну, давайте там на 11 часов в день. Как кранч-канал. Больше гейн надо один теперь. Можно включить гейт. Тоже гейна поменьше вначале поставим. Ну,
С MIDI все очень просто, ничего не надо переключать, ничего, просто втыкается MIDI кабель, и теперь управляется будет все, все переключения, все те же функции, что и с кнопок, плюс еще одна дополнительная, то что раздельно можно на канале Boost или только гейн, или громкость гейна вместе. Ну вот оно переключается, видно все, лампа, лампочка. Большое спасибо за внимание.